Гэта тое, што робіць нас адметнымі і распазнавальнымі сярод іншых народаў Еўропы і свету. Беларускі нацыянальны строй менавіта пра яго будзем размаўляць у чарговай серыі падкасту Ттака, прысвечанай беларускай традыцыйнай культуры. Пры мікрафоне з міцер коосці на гостцем сёння гісторык мастацтва, чалавек які разам з найвядомейшым даследнікам беларускіх строяў. Михасёмманюком даследаваў іх. Юрыпіскун. Падкаст Така. строювогулях это одна из таких визитных картак кожнага народа адметность такая белорусы чи маюць нешта вось такое что мы можем сказать это наш народный строй восьвось вось так выглядали мужчыны жанчыны все ж гэта оригинализация настолько великая что в разбежность аграмадная ну змиттер тут как бы два спектра мы повинны в этом пытании разделить помеж собой. По-перше, у белорусов, как и во всех народов, это народный строй, селянский этот строй, селянские эти, некие там народы выбирают себе княжский костюм, грузины, например, придумали, что эталон народного костюма это костюм иммерецких княжон. И вы даете это за национальный строй. Знаете, вот эта заганная сталинская политика, все народы, браты и сестры, да, и она выработала вот эти шаблоны. Это для, во всех краинах так было. Вот Гитлер тоже придумал, что баварский костюм ⁇ это национальный костюм, э, стилизованный немецкий. Скороные штаны у мужчин и такие как бы мы, барменши, женщины, это национальный немецкий костюм. На самой справе у жити костюм у каждой краине народный иснуе только у региональных вариантах, у множества региональных вариантов. И то, что вот у часы Сталина пробовали зарабить, Шаблоны для русского костюма – кокошник, для украинского костюма – высокий вянок, для белорусского ничего лепшего не нашли, как хусточка и это самая кашулечка вышиванная, мужчинская, и поясок. То есть самый бедный был из усих краин, оказывался белорусский костюм. Это была как бы политика, это было политичное изъяло. Но на самой справе белорусский костюм Соответственно, Йон, Майя и Агульность, которая объединяла его и Адрознива от украинского костюма, от русского, от польского, вот, сближая вельми с литовским, например, бо это была одна держава, великое князство литовского, когда он формировался. И в тот же час это выключно зява региональная, потому что... Знаце, это фарміравалася ў асяроддзі пэўных агульнасцей вясковай грамады і іх уяўлення аб прыгажовасці аб модзе ўплывалі на адметнасць. І праз касцюм адбывалася як бы атаясамліванне, што это менавіта з этой мясцовасці чалавек. Да? І колькі было ў нас выпадкаў, коли я вандровал с Михасем Федоровичем Арманюком, великим нашим вот доследчиком народного костюма и фактично засновальником соправды наукового ставления и разумного оставления до да национального костюма, когда мы приезжаем у и просим бабулю, ну, ну, коли ласка, да, продайте этой вот, у нее, например, заховывается костюм там, початку 20-го и она не в каком разе, потому я хочу капутруну, меня поклали в этом костюме, бо мои родные на том свете меня без его не познают. Вот такое было уявление у людей вязковых об отметностях про костюм миновито своей территории, своей земли, своего родной хаты, своего кута, своего рода. То есть костюм – это перш за все родовая заява и как у мови существуют как бы диалекты, так у белорусским костюме существуют варианты локальные, особные строи, отметные свои орнаменты, свои, вот как бы густом своим, якостями там, которые позволяют вот бачить богатство этого костюма. И вот кали поляки уже давно тоже придумали, сочинили, что у них иснуют, вот и они залечили значит, подляжский строй, фактически белорусский, они залечили себе до одного из польских строев. Вот. И там они тоже частково, это придуманная ситуация. Надбужанский называется. Да, Надбужанский, да, Надбужанский. Вот это Надбужанский строй, Брестский фактически. И, он, и он, это вот тоже тековая вельмизъява, что это Надбужанский строй, и он поширенный в околицах Берестя, Далее он идет на Украину, там захопливая ковалку и перетекая сюда, до Белоподляской. Вот, и это тоже отметный строй. И он злучай, и был такой у меня интересный приклад, когда на одной из таких вот фольклорных встреч одна девчина с Украины была в этом над строе. Я говорю, ой, точно такие у нас, я, я бачил точно такие в Домачевске, в Дома Домачеве, да. Нет, это моей бабки, на украинка щирая. То есть вот этот уже умолтный подел отбывается, который не, не сприяет тому. А строи фактично настолько текавые, богатые. И, они... и причем, вот коли говорить про огульные рисы белорусского костюма, и это за все, да Михаил Федорович подкреслил, это полная шляхетность его, это не перебольшивание орнаменты. Довольно степлая такая, и стриманная, и вельми, ну, я бы сказал, интеллигентное ставление и до колорита, и до деталей у костюма. Все-таки у им нет такой буйности, яркости, как в русском альбом украинском костюме. И такой заполненности, вот украинские там жаночьи сорочки, они же рукавы полностью зашиты орнаментом. У нас это все вельми деликатно и вельми текаво, что и это вот огульная риса в принципе белорусского костюма, что якость тканины самой, зручный вельми крой архаичный, той, который идет вовле от, вов лет, может, от 13-го стоводия, потом на него накладываются элементы средневечия, там появляются гарсеты, саяны, и на вот назвы вот такие из итальянской мовы идут саян. Это вид такой сподницы, пришитой до кабата, до лифа. Это все идея от европейской как бы такой культуры, и повязывая, и раптом самое архаичное, это вот наметки нигде ни одного, На народы Еўропы і ну, скажем, на першую славянну. Ва ўсіх славян, славян наміка прысутнічала, асабліва беларусы, украінцы, ну і літоўцы. Але такого разнастайнасці, такого вялікай колькасці вариантаў, як это доўгая прушнік этой, который три метра даўжыні, як яго вакол головы обмотат, так каб ён ствараў монументальны вобраз не ў аднаго, И у Прыгожева, у женщины, у той же час, вот, архаичный такие идеи от язычництва, альбо от раннего такого христианства, от 11-го стагодия, у брусы этой наметки, где они заховалися в Беларуси, амаль, до середины 20-го их носили еще на Полесье, женщины. И еще зараз у меня есть моя коллега, судовная такая Мария Николаевна Винникова, которая... Увесь час робяць экспедыцыі і зафіксавала большасць спосабаў завівання наміткі і яе перадае другім вот людзямі і альтаадраджаецца зараз вот цікавасць даіх архаічных частак народнага касцюма. Двойчы згадалі вы ўжо імя здарамі Хася. Да. Раманнюка, манументальная праца, гэта знакамітая мапа. Дзякуючы яккой можам пабачыць багацце на тэрыторыі Беларусі розных строяў, Ён фактычна стварыў гэтую таксама градацыю строяў. Да. Як згадваеце, як выглядала праца, Як выглядалі гэтыя пошукі строяў? Каена, гэта вельмі цікавая Чака гісторыі, которую ўжо зараз многія забылліся, тому што калі Михас Фёдорыч у 73 годзе ён пачаў сва, пошуки своей экспедиции на перш по Полесью. Его диссертация была «Районование народного костюма Полесья». Это было, соправды, ну, нечто уникальное, новое з'ява. До этого, значит, в академичные навуцы раскладывались особные частки костюмов. Виды спадниц, виды кашуль, виды гарсетов – Але цель на уяўление что існую строи никто не мел не хотел уметь а Михаил Феович поставился такую задачу и ён спочатку на мотороллеры он выкладаў меняколі я учился в аккадемі мастатву и ён запраша его рыса была вельмі важная что он заахвочивал моть он брал с собой все курсы там человек 10 мы ехали як могли на на тракторах, на машинах неких попутных, ехали и вандровали, и бачили тое, что ну, не мог чему было уявить. А это был 73-74 год, оказывается, таки, такой богатство, такая пригожость по я еще и сновала, и... он это все, вот дякую, чем это яму, его фотосдымкам, его пошукам полевым, как называется, это выезд у вёски, говорка с людьми. Распытывания, просьбы. Я, я, ему много помогал. Я помню, как ходишь по хатах и просишь, а есть у вас, а достаньте, а покажите, а уговорываешь, а потом они погоджаются, и это для их соправды, потому что уже, ну, а мальчик, что в 70 годы уже не вельми мало, в каких районах носили еще вышиванные там сорочки, только где-то может у Лельчица, там у Столинщины. А так все уже опранались укромное, а это лежало просто, частей всего на смерть. И вот коли он робил это, это отбывалась такая соправдная, как бы, фотосессия, потому что мы собирали в женщин, на пронали на это свои строи. И на фоне натурально, вот главное, что заслуга Михаила Федоровича, что он не постановочный этой фото. И он не робил это в ателье, не запрошал никаких сучасных девчат, манекенщиц. он опронал тех бабуль, которые саправды в таких костюмах колисти ходили. И они... Каждый его фотосдымок это фактически твормостатство, потому что он так умел пригожа подойти до этой женщины и в такую знасти ей позицию, осветление. И он так все это любил, что ну, не мог чем не захопляться. И я помню, как он мучил этих женщин. Он... Эти фотосдымки отбывались по 4-5 годин. И они уже потом... Починали проклинать все на свете <laughs> и хоть Але як я они радовались, когда им потом досылали это с дымки. И какие были выпадки, коли уже вышла его эта знакомитая книга в 80-м годе «Белорусское народное Это был выбух, это было... Саправды что были годы ну, национального одраджения. Тады был Краткевич, Рязанов тогда был ну, подъем мостаки классные, которые поднимали эту народную тему. И, и книга Романюка тут была десятки мостаков, выкористовывали в образы с этой книги для своих картин. И Ващенко там, и, и Кищенко на вот, и, ну, инши, мастаки просто брали с фотосдымков. Я помню Шматова, класс таки Шматов был мастак, и мы, знаю, знакомитый, он взял фотосдымок Романюка и написал классный образ «Мать Беларуси. Вот. Ну и эта книга, и вот я еще коротенько расскажу, бы это вельми интересно, когда я однойче был поехали мы с женкой в Россию писать этюды, там на Кенозер, раптом со состракаю девчину, которая и пошла говорка про это. И она узгадала, что это ее бабуля, а она живет уже там в России. И, значит, на этом фотосдымку адлюстрована ее бабуля в этой книге. И она это помнит и гонорится этим. Это вот я цикава, что это он... Такие зроби уклад величезный. Ну и, конечно, раинование Это карта, и он вызначил докладно довольно основные строи, которые зараз еще и дополняются, еще изъявляются новые, вот Березинский строй судово изъявился, а еще столько как бы недоследовано, такая Ольга Лобачевская протягивая зараз опекаться этой темой народного ткацтва и рушниками, постелками, и строями и инше там, и это отроджается зараз, вот не так судовное, как на Украине, але все-таки, все-таки я чуваю, что праз то, что отражается народный костюм, и девчаты вышивают сами себе кашули, отражается белорусская духовность. Это вот непорывные моменты. Ну, богатые богаты конечно, полезче на этой мапе Михася Романюка. Кали казать про наибольш строкатые строи? Где мы знойдем такие а, наибольшие строкатые белорусские строи? Знаете, я на и не знаю таких строкатых белорусских строев. Есть, например, вот я ктикала, ну, коли уже конкретику некую, вот на мяже Амаль с Украины, у Лесцы Леликова, Дивин и Леликова. Так вот, в этом Леликова там была такая традиция, что на веселье все девчаты, женщины, опранались в отметные такие строи, и у них были сопроводы такие отметные головные уборы с перьями, куриными, пофарбованные у розные колеры, и они просто створали весельный хор, и они назывались свашки. Эти свашки вели все веселье, как бы девчина, невеста, у нее был папировый венок таки, великий, а свашки причин Сорочки уже для этого, кашули не вышивали, а робились аппликации, часто это аппликации, имитация такого народного орнамента, вельми соправды, ружовый, черный там, вот, и Огуле вот там тоже очень яркие бывают, столинские, жидковицкие, там еще зараз заховалась такая традиция, когда вышивают хвартухи и, кашули великими кветками, самыми анилиновыми. Это совершенно новая зява, это новая культурная хваля, уластивая как бы менталитету цаперышней вёски, такому звонкому, радостному и нияк не связанная как бы с той архаичной традицией. У колер хусток. Да, да, у колер ты хусток, которые набывают крамных так парижских этих хусток, вот, и и причем там классно, яны ж сами створяют эти орнаменты буйные, там и незабудки, и попугаи могут быть у вышивки. Вот, и да, так вот, еще про эти вот леликовские, этих свашек, текавая была з'ява. одно, чем мы поехали с, вот как раз-таки в экспедицию с Гродинскими музейщиками, с Музея истории и религии, и в этом Леликова нам просто отдали фотопленку конца 50-х годов, на которой было заснято все веселье Леликовское. И там фантастично. И потом это, когда фотограф проявил и надруковал, там сопроводит таки театр. И это с этими рожками куриными на голове, и невеста, а вот кашули им часто шили евреи уже, кравцы, которые просто на заказ робили такую, ну, как бы подробку под кошулю, кашулю, потому что орнаменты размещались на тех же местах, где треба, а уже робился это на швейной машинце и технице аппликации. Подкаст Тутака. народный строй адным з элементов которые неадъемна застается в народным строях гэта сорочка кашуля типа ўсё белеларуси гэтая кашуля оздаблялася арнаментом нет не не по все я я еще очень хорошо помню вот у моей бабули кашуля становится як бы нижней вопраткой и это отбывается в таких как больше полночных регионах Беларуси, и яе там начинают сдобрлять вязаными корунками крыху там ставочки то есть она под уплывом городской моды и она перестае быть сакральным тем элементами она заставался на Полесье, понимаете где но у любых выпадках, вот сорочка для невесты это было важно. Там, вот на другий день шлюба, и специально я выносили, показывали, что девчина была знатливая, там, так скажем, и сорочка самая близкая до тела, тому, конечно, вот это пришивание рукавов. Это место обовязково за все было важное, И на вот колено стало нижней вопроткой, все равно тут хотя бы некой мережечки могли оставаться на, на злучении рукава и стан э, с, э, сорочки. К тому, знал-таки, э, вот я что одни регионы становились Ближе до города и губляли эту вышиванную традицию, которая и ранее была больше степлая. Конечно, у полночных районах вышивали крыху только по линии плечевого шва. На полдень, ближе до Украины, вышивали амаль у весь рукав, теперь отыкали. Вот. А очень, ну, как бы, истотно, что это сорочки, это не только сорочки, а и другие детали костюма имели так само сакральный аспект. И поясы, и фартухи, и свиты. Часто в розных подеях, особенно у подеях, связанных с важными моментами жизни, они начинали быть сакральными элементами. Ну, например, вот в Чечерском районе а, новородженного дитя Примала баба-парадиха на специальный волняный червонный фартух. И во всех много дел культуры, и это идея от старожитности. На иконах так, от люстрована, когда дитятку детятку вот у пеленки и обмотывают червоненьким пояском. Вот червоный пояс, именно червоный. сок, Но і іншыя дета могли быть таксама сакральными, і головные уборы розныя у дзяўчыны, і у жанчыны. И вот вельмі прыкракали зараз вот это наши ааматорские коллектывы и старые бабулі починаюць вянкі надевать это нейкое порушение этитики ввогуле народного костюма отбываецца. Народны касцюм гэты багаты гэта прыгожы наколькі ён быў часта выкарыстаны Я яго адзявалі штодзень, штодзень хадзілі такія ну, ў гра святочный... і васім святочны касцюм э, заўсёды захоўваўся на свята. Штодзённыя касцюмы больш простыя і вот, Знову хочу эту э, думку развить про разностайность костюма. Знаете, для Беларуси вельми характерно вот селянского и дробношляхетского. В одной и той же вёсце, половой вёске, могло быть э, лечиться как бы селяне, и они не подтвердили в 19 м столетии своего шляхетства, а другая половая вески лечилась шляхтой, хотя... Узровень, их добробыта, их, как бы, Огульная культура была однольковая, Але э, шляхтянки никогда не оздобляли свои вышиванием сорочки. В одной и той же вёске, Это вот с моих экспедиционных Роспытов, Назираньев, И это вельми широко, На вот Брагинском районе, Альбот, теперешний Октябрьский, Рудобельский, Там мне расповедали, что вот Эта полова вёска, это была шляхта, и они не вышивали. И они николи не вышивали, вышивали селянки. Это их была показальность, вышиванные кашули, сорочки. То же самое, вот, как цикаво, существование разных традиций, культур в одной и той же местности. Вот я помню экспедицию в Чечерск с Михаилом Федоровичем. Мы ездили несколько разов туда, и такая Рудня Бартоломеевская, по Бочечерском вёска, и там половина везки католики, половина православная. А это на самой межи с Россией, это самая исходняя кропка Беларуси. И вот дивно, что я думаю, что этой это католики, это были уняты, что вот когда отбылось вот это ликвидация уния частка лепш вырешила перейти. И так было, саправды, частка вырешила лепш перейти до католицизма, и так заявилось как бы. И вот католики, як это дивно, что это до сегодняшнего дня молись, но я такие, как бы, забабоны, коли отбываются православные святы, католички специально шли на реку и прали белизну, что, чтобы показать, что они зневажают там православный велик где и что и они працуют в этот день это дивно и с этой тоже очень интересная история с этой церква была зачинена в этой вёсце рудня бартоломеевска але там была креница, на которую женщины ходили по святах молиться сами и читали Евангелие, ну, как бы службу вели, ну, не не соправданные, не святары, але приносили морку, приносили туды яблоки, посвечали, особливо на на макове это отбывалось, и как раз мы потрапили в этот день, и Михаил Федорович очень хотел заснять это, а яны женщины ему забороняли. тем не меньше, и он все-таки пошел и стал вздымать. это вот его самохвярность. Одна у него кидала камнями на, другие сказали, что ты робишь, хай сдымай, он робит свою работу. И так остались вот уникальные фотоздымки, сделанные Михаилом Фетчем, которые показывали тых женщин, опранутых по святочному, в белых фортушках белых хустках. Это уже таки был вариант костюма у той час. Это был... Якраз ўжо пасля Чнобыля это быў пасля восемьдесят -го шест года, а там всетаки это рэгіёнбель ад Чрнобыля таксама поцярпеў краху вы згаа памежжа касюмаў памежжа строяў это надбужанскі ці даачаўскі mm -hmm. у нас строй называется на гэтай мапе мехасяра манюка. Мы бачым строю толькі на тэрыторыі сённяшняй Б белеларусі, але вядома что адміністрацыйныя межы не зусім адпавядаюць А что да віленшчыны, что да ладгалі что да смаленшчыны, что да падляша да, вот, Михаил Фович не скончыў эту працу ён как бы смоленскі касцюм крыху закраналі і даследуюць яго і смоленскія. супрацовники. И вот у меня такая история, что мои женки, тетка Суража на Беларуси, Витебского Суража, на Мяжи Амаль с Россией, и там соседний Вележский район. И Вележский район там населены белорусами, и это жихары приезжали на Кермаши у Сурож, и их костюм такие же, как белорусские, але черные орнаменты у них. И вот цикаво, вот на краях нашей территории, вот надбужанские черные орнаменты, и вот там суражские, тоже черные вышивки. Так дивно, А, вот. а так, конечно, в основном червоные и белые. И что тычется Ладгали там белорусских территорий, в Литве то, конечно, яны мало белорусскими учеными, литовцы просто не выделяют и приличивают их до литовских. И мы можем бачить там некие вот белорусские строи, и они, в принципе, мало отрозниваются. Литовские и белорусские вилинские. Вот такой был, например, фотограф у початку 20-го года Ян Булгак, и он очень много сдымал этих строев, особенно вот у Вишневе. И это Вилинский строй, который ну, литовцы лечат своим. На самом это белорусский строй, вот это, так можно сказать. Вот мы за всем Беларуси не ведаем, конечно, подляжские строй особенно вот это регион Августова, Белостока и то, что вот я зараз, например, убачил вот тут, мне меня цикаво было в музее по быту Людовы в Белостоку, что вот все-таки тековость есть. В, вот в этом музее нема такого отделения белорусского от польского. Вот в музее этнографичном в Варшаве есть особный раздел и белорусский, и виленщины. и Но там тоже не вызначены для виленщины. Те это белорусское, те это литовское. Хотя рушники там висят, православные. На Виленщине, значит, это люд белорусский. Вот. И, конечно, есть такие момент невыделения белорусского этноса, который по замежами Беларуси и в текавости его да, Хотя еще колисти такие великие доследчик Карский, Ефим Карский, который вызначил территорию белорусского племени и поширил ее и на великую участку Смоленщины, Псковщины, на вот там Невель, Сураж, Апочка, вот Амаль до Апочки доходил, эта территория, и до Ладгали, то и там костюм, конечно, и он ближайший до белорусского, значно, чем до полночно-русского, типа полднево-русского. Вот, вельми цикава, в Липецке, я сустракал в Липецк, и в области великая колькость переселенцев с Беларуси, которые там опынулись у 18-м И их костюм значно отрознивается от соседних жихаров, и он белорусский у им вышитые кашули, манкеты великие, гарсеты, головные уборы, такие у выгляде такого золотой такой коруны вот, стушки на плечах, все как в Мстиславском строе. Это дивно. А, а то же самое в Сибири. У меня есть знакомый доследчик, который ездил в экспедиции до белорусов в Сибири, и он там нашел уникальные совершенно узоры и строил у народных, которые заховались там, а зникли в Беларуси. Теперь чувается, не глядя, На агульную сітуацыю на час адчуваецца ўсё ж большая цікавасць да традыцыйных строяў, традыцыйныя вопраткі. Як мяркуеце, Чакае нас яшчэ выбух нейкіх даследаванняў, выбух уывання ну, гэтага а, а так, а выбух, так, хацеў да этого ж дажыць, каб это было як на Украіне, дзе просто вот вышыванка это абавязкова павінна быць, у каждого. И у нас я просто вот радуюсь на нашу молодь, на вот есть такое Минске студентское этнографичное товариство, которое мы этой своей одной из мед важных поставило доследование и э, реконструкция народного строя, именно на это подлинно, и они вельми много робят экспедиции, вот, и выдают книжки по особнякам, деталях вот выдали книжечку про кабат про поясы для того как это рабить ну сапраўдным нераббить это какой-то имитации штучным нечем а как это было сапраўды от роднагавайго ишло от земли и меня это вельмі рада я чекаю что это еще будет больше и больше развиваться спадзяемся что так оно и буде и вельмі хутка и мастацтвазнаўца, мастак, гісторык мастацтва, юррыпіскуну гостцем нашага падкасту. Т такка Дякуй вялікі. Дякую вам. Падпісваецеся на наш падкаст, каб сачыць за новымі выпускамі. Сёння развітваемся. З вамиамі быў Зміцер Косцін да сустрэчы праз два тыдні. Я подкастов про традиционную белорусскую культуру, финансованная со сродка Министерства внутренних справ и администрации Польши в межах проекту «Подкаст Тутака».